Мотоцикл Кая К1 MX. С проблемой не запускается двигатель. Тыркается немножко хлопками и не запускается. Снял карбюратор, посмотрел, там в принципе все чисто было. Ну, продул на всякий случай. Теперь смотрю клапана, и в клапанах вообще зазора нету. То есть проблема, скорее всего, в клапанах. Сейчас настрою клапана. Пробег всего 6 моточасов. Такая вот свеча. Видно, что в последнее время не хватало топлива. Чтобы настроить клапана, нужно снять сиденье и немножко приподнять бак. Можно бак, конечно, снять, но тут две половинки бака соединены шлангом. И надо какие-то заглушки, чтобы снять шланг этот и снять бак. Ключ для настройки клапанов сюда влезает. И можно настраивать ключом. Новый мотоцикл, и уже клапана без зазоров. Что тут еще интересного? Карбюратор стоит с правой стороны, ближе к правой стороне. Винты холостого хода настраивать вообще никак, потому что тут рама стоит. И винт качества на холостом ходу тоже никак не подлезть. Тут рама мешает. Из органов управления здесь газ, передний тормоз, кнопка пуска, ключ зажигания, первое положение, второе с фарой. При включении фары слышен шум, это работает вентилятор охлаждения радиатора светодиодной фары. Счетчик моточасов. 6,2 моточаса. На левой стороне кнопка глушения двигателя, сцепление, обогатитель. Так, ножной тормоз, кикстартер, который упирается в подножку. Вот так вот раз и уперся. Двигатель 166 FMM. Крепление амортизатора у маятника сдвинуто немножко влево. Амортизатор как бы в левой части немножко стоит. И вот здесь вверху тоже он немножко сдвинут влево. А с правой стороны стоит карбюратор. Как-то так. Thank you.